вашему вниманию я хочу вам предоставить танцевальный этюд под классическую восточную композицию «Ум Кальсум» «Анафи Интизарак». Итак, приготовились. Движение начинается у нас с перехода веса с ноги на ногу, с правой на левую, с правой на левую. Подключаем маятник бедром, то есть фронтальную восьмерку снизу вверх. Вниз, вверх бедро, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Можем добавить скрутку. И вниз, 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 вниз. Еще раз. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Добавляем руки. Руки делают у нас плавное дышащее движение вверх кистями. Раз и два. И соединяем их вместе с бедрами. Раз, и, два, и, раз, два. Еще раз. Три, четыре, и. Раз, и, два, три, четыре. Бедра работают в том же режиме. Поднимаем руки вверх. И на вдохе прокручиваем кисть. Три, четыре. Раз. И два, и раз, и два. Руки приходят в третью позицию наверх. Пальцы вытянуты вверх. Повторяем всю комбинацию. Три, четыре. Раз, и два. Раз, два. Раз, и два. И раз, два. Затем встаем на полупальцы вверх. Делаем качалку бедрами. То есть поднимаем правое бедро вверх, опускаем левое. Поднимаем левое бедро, опускаем правое. Познакомиться с техникой выполнения качалки вы можете у меня также на видеоуроке в школе танцев Марте. Три, четыре. Раз и два. И круг бедрами фронтальный сверху вниз. Три, четыре. Раз и два. И три, четыре. Задержали дыхание. Исполняем тарелочку, что вы тоже можете найти на видеоуроках. Раз, два, три, четыре. И горизонтальный круг двумя бедрами слева направо. Называется бочка. Еще раз с качалочки. Раз и два и три. Четыре. Задержали дыхание. Тарелочка. Раз и два. И круг бедрами. Три. Четыре. Это была первая вариация вступления. Протанцуем ее под музыку. Качалка, круг, задержали бы тарелочку, бочка. Спасибо. Два, раз, качалка. Круг, тарелочка, бочка. Спасибо большое. Еще раз. Тарелочка, бочка. Переходим ко второй вариации.
акценты. Остановились мы на оттяжке бедра. Вес у нас на правой ноге. Делаем твист правым бедром. Твист. И удар животом. Зажимаем нижний пресс. Расслабляем. И снова в исходное. Приготовились. Раз и два. Затем переходим на левую ногу. Делаем две качалки. Три, четыре. Поднимаем диафрагму вверх. Делаем удар грудью. Раз и удар плечом. Два. Еще раз. Остались на оттяжке. И раз, два, раз, два, раз, два. Затем у нас идет бисер, или как еще называют чучу. На полупальцах встаем и выталкиваем правое бедро вверх за счет выпрямления колена. Правое, левое, правое, левое. Поочередно исполняя, у нас получается с вами веселая шимми. Раз, два, три, четыре. Во время бисера мы обходим небольшой круг и оказываемся спиной зрителю. Раз, два, три, четыре. Руки раскрываются через верх в стороны. Не останавливаемся, делаем вращение вокруг себя. Можно на переступаниях. Можно на припаданиях. Одну восьмерку. Семь, восемь. И заканчиваем вариацию тоже бочкой. Приставляем левую ногу к правой ноге. Левая рука идет на правое бедро. Правая рука обрамляет волосы. Уходим вниз на оттяжку. На круг приседаем. И выходим на оттяжку влево, оставляя волосы спереди через правое плечо. Повторяем всю комбинацию с акцентов. Три, четыре. Раз и два. Раз, два. Раз, два. Бисер. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И бочка. Пять, шесть. Стали семь. Восемь. Под музыку. Сначала. Волна правой рукой и опускаем, встаем в позу арабеск. Заканчивая нашу вариацию, поднимаясь с бочки вверх, мы делаем с вами волнообразные движения руками, акцентируя правый локоть вверх. Правая рука и затем правая рука через низ. Опускается, и за ней же мы разворачиваемся в диагональ. Остаемся в арабеске. Можно под музыку. Thank you.
Сегодня на уроке мы с вами выучили танцевальный этюд, который состоит из многих базовых движений. Как вы видите, урок был для продолжающих. Если вы приятно хотите удивить своих близких и родных на вечере зажигательным восточным танцем, приходите к нам в школу танцев Марте. С вами была Федоровская Елена.